Привет. Это ты, Виктор? Это мой Виктор? Да, ты угадал. Мамочка пришла рассказать тебе сказку на ночь. Да. Да, я знаю. Ты уже улегся в кроватку? Да, я знаю. Я все вижу. Да. Посмотри на фотографию под потолком. Я скажу тебе, что нужно делать. Да? Да. Можешь не торопиться. Да. Я вижу, что ты делаешь. Да. Я прижмусь к тебе всем телом. Ты чувствуешь? Подожди, я хочу еще раз это услышать. Не торопись. С удовольствием. Я хочу к тебе. Я хочу это видеть. Это почти невыносимо. Да. Вот и хорошо. Да. Да, я тоже. I can now recall concert itself with me, me and nothing else. В чем дело? Мне с каждым разом все труднее. Ну так завязывай. А ты обо мне позаботишься? Пока смерть не разлучит нас. Жене ты обещал то же самое. Да. Как Тимми? Не знаю. Он уже спал, когда я приехал. Нэнси хорошо умеет представить все так, будто я ее бросил. Но так и было. А каково мне было видеть ее ноги на плечах у другого мужчины? Я шлюха, и ты с этим миришься. Но она твоя жена, и ты не можешь ее простить. Поставь пластинку, которую я привез из Италии. Пожалуйста. Расскажи мне о Риме. Я уже рассказывал. Миллион раз. Расскажи еще раз. Обещаешь не смеяться над моим итальянским? Обещаю. Ну что ж, наркоотделу понадобилась помощь. Я поехал в Рим. Спасибо. Пожалуйста. Дальше. Да. Там я познакомился с очень приятным итальянским старичком. Il capo di tutti di capo. Мы поехали обедать в маленький городишко. На нем был шикарный черный костюм, весь заляпанный голубиным дерьмом. Очаровательно. А вечером того же дня
Мы поехали ужинать с какими-то киношниками. Да, он привел меня в ресторанчик Розатти на Пьяцца дель Попполо. Я не смеялась. Не верится, что я это выговорил. Пьяцца дель Попполо. Идеально, да? Идеально. Спасибо. Мы отлично поужинали. Представь себе, такой простецкий ирландец, как я, и вдруг на древней пьяцце, в окружении стильных римлян, объедается осьминогами и упивается вином Вальполичелла. Вальполичелла. Да. Точно. А потом ты сразу поехал спать? Нет. Как это нет? Ты всегда так рассказывал? Нет, сегодня будет другой финал. Сядь поближе и поведай мне новую концовку. Иди ко мне. Итак. Итак. В общем, я подцепил какую-то югославскую актрису из Трастеверы. Трастеверы? Пусть так. И что? И она напилась в стельку. И в итоге мы переспали. Понравилось? Неплохо было. Только она постоянно стонала. Вито. Вито. Вито? Может быть, она звала своего Тито? Тито. Если бы она звала Тито, у меня бы все упало. Правда? Да. Конечно. А домой я вернулся первым классом. Первым классом. И наркоотдел получил все, что хотел. Все остались довольны. В общем и целом, отличная вышла поездка. Давай съездим куда-нибудь вместе. Съездим. Обязательно съездим. Я хочу тебя. Твои слова как музыка. Только вот, куда нам девать такую гору подушек? Не знаю. Наша следующая песня для тех, кто уже родился в 55-м. Кто уже родился в 55-м? Кошмар. Вчерашняя девушка как раз в 55-м родилась. Да. А через 20 лет от нее остались только образцы тканей. Да. Что ты об этом думаешь, Фил? Ничего я не думаю. Пусть Санторо скажет, что нам думать. У нас начнутся большие проблемы, если Санторо будет нам указывать, что думать. Помощник шерифа, пожалуйста, зайдите в свой кабинет. Как твой сын? Я его не видел. Он спал. Зато Нэнси вывалила на меня кучу дерьма. А как Николь? Прекрасно. Просто прекрасно.